Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это ФФА, сериал в шестой циве с дополнением Gathering Storm и после последнего патча. Играем аж на 10 человек, мне досталась Бразилия, но мы решили в этот раз сыграть с модом Beta Balanced Game. Полный changelog, что меняет этот мод, есть в описании к этому видео, кому интересно посмотреть. Он, грубо говоря, ослабляет некоторые супернации, усиливает некоторые плохие нации. Ну, для примера, у Австралии убран вот ее бонус, который удваивает производство, если ей объявляют войну. А Греция, например, получает послов не когда ставит театральную площадь, а когда в театральной площади строит амфитеатр. Ну и так про многие нации. Кроме того, улучшены генерации карты и ресурсы вроде как должны распределяться более логично. Мне досталось Бразилия, у которой как раз в этом моде практически ничего не изменено. Ну, усилено у уникальных юнитов, у Минос Джерас защита от самолетов, но это на самом деле усилено вообще у всех морских юнит. Так что Бразилия точно такая же, как и в обычной цивилизации. Так что играем без запретов. Тут единственное, что обговаривалось перед игрой, что великих людей нельзя пропускать, их надо брать. Все остальное работает. Тем более, что вот те пантеоны, например, которые обычно запрещают или верования, они тоже переработаны. Так, например, крестовый поход не плюс 10 к силе дает, а плюс 7. В общем, приятного вам просмотра. Игра получилась, как всегда, необычной. У меня все партии с какой-то своей изюминкой. Пожалуйста, не спойлерьте. И напоминаю, что уже традиционно спонсоры канала могут посмотреть все серии сразу. Переходите во вкладку «Сообщество», там уже все серии этого сериала выложены. А зрители будут получать каждую серию раз в сутки. Ну, во всяком случае, так задумывается. Пожалуйста, не оскорбляйте участников и приятного вам просмотра. Место вроде интересное. Да, можно и не нажимать. Я вижу, что вроде леса есть. Рек много, чтобы еще города ставить. Ну, давайте, куда мы... Я, наверное, не буду уходить, я сейчас вот сюда все-таки прыгну, гляну. Хорошее начало. Зато на 10 человек голосовать, проблема. Так, вообще не хочется мне, конечно, ставить на лесе, но я боюсь, что тогда тут, если вот сюда встану, то тут сверху не влезет. Да. Я еще не закончил. Показывает, что нет. Показывает, что капка не закончила. Я что, ставлю тут, где появился? Неожиданно, это похолеб. В принципе, места хорошие. Мне нравится. Так, а что мы 10 минут сидели и не могли? Так пауза была, как мне закончить ход? Было. Строитель. Давайте, наверное, животноводство начнем. Все, поехали. Поехали. Значит, что строителям? Обработаем рис. Но мне бы хотелось, чтобы и лошади открылись где-нибудь побыстрее. Давайте вверх смотреть. Я даже, наверное, перейду через речку. Тут холмы. Сюда прыгну. Ну, тут я в центре карты явно. Явно вокруг народ будет. Ну, для начала неплохо. Для начала неплохо. Так, напоминаю, что тропические леса мы не вырубаем. Это бонусы для Бразилии. Всякие. Место просто. Чё, ничего тут нету пока. Вот Сан-Франциско. Река. Ну, вообще Сан-Франциско, это явно... Потому что рядом с Сан-Франциско такой реки нету. Поэтому это скорее реально какие-то бразильские названия. Ну, рек много, да. То есть реки я смогу сказать. Другое дело, что... Тут как-то вот с производством не очень. Может, я уже сразу сюда идти? Я вижу тут много лесов. Я, наверное, сюда пойду. Смотреть, что там. Я бы рис обработал. Обработал лошадей, где они есть. О, видите, тут еще это озеро. И камень. Вот первыми. Конечно, интересно, что еще. Ну, тут где-то вот, да, город ставится. Внизу. Сюда пойду сейчас смотреть.
Туда вот наверху мне не очень места. Прямо скажем. Вот тут на озере нормально можно. То есть надо попытаться так поставить, чтобы сюда влезло и на озеро влезло. Вот это было бы хорошим вариантом. Вот это место мне очень нравится. Где мой сейчас дуболом стоит. Тут аж три ресурса роскоши. Да, нету этих соседствующих. Тропических лесов рядом, которые дают бонус Бразилии, но... Подъехали варвары. Там, видите, еще и разливы реки. Так, интересненько. Видите, так вот река идет. То есть тут можно где-то будет поставить город. Хорошо. Хорошо. Делаем поселенца. Вон у нас... Появились... Блин. Далековато. Понимаете, вот купить, наверное, не получится сейчас. Камень. Поэтому давайте обработаю... Обработаю лошадей. Потом вниз пойду обрабатывать рис и оливки. Как-то так. Ну, то есть прямиком иду в орошение, даже вот так сделаю. Камень далеко. Ну, то есть я не хочу аж две клетки покупать, у меня не будет столько денег. Чтоб именно две клетки купить. Какую тут вообще следующую 4 хода? Ну, я ее куплю. Так. О, тут гора есть. Вот тут, видите, тут, например, кампус на плюс 3. Как минимум. Потому что 2... тропических леса и горы. Так, здесь город, раз, два, три, здесь город. Давайте я поставлю метки. Они у меня подвисают. Все. Первые города, понятно. Ну, здесь, судя по всему, тоже не очень будет по производству. Я сейчас схожу, посмотрю. Ну, а нет, смотрите, камень есть, тропические леса есть. Нормально. Чё нет-то? Три хода... Поселенец. Сейчас я еще вниз спущусь, гляну и пойду, наверное, поселенцам. Вот я не знаю, сюда лучше идти или туда. Берем... Так, давайте мастерство пока начну. А здесь беру против варваров и на пантеон. Ну, в принципе, старт такой средненький. Не так уж и много у меня тут тропических лесов. На самом деле. С другой стороны, и не жалко будет тогда, то есть не будет ситуации, что мне их жалко вырубать, например. То есть эти леса, которые тут есть, я их просто точно буду оставлять. Опять варвары. Так, значит, идем рис обрабатывать. 4 хода. Перехода. Давайте думать, куда мне вначале вести поселенца. Есть ли шанс, что сюда кто-то придет? Потому что мне больше нравится сюда поставить город. Хочется почему-то. Вначале. Ну, раз хочется, пойду туда, правильно? Есть такое непреодолимое желание. Тут бы еще исследовать. Может... Сделать все-таки скаута после поселенца, а потом уже поселенца еще одного строить. Надо вокруг как-то исследовать. Мне вот надо будет вокруг столицы города ставить. У меня будет такая округлая империя. Давайте очередь ставлю скаута. Потом опять поселенцы.
Ну, надо возвращаться. Значит, появляется посел. Раз ход, два ход, три ход, четыре. И на пятый ставит, да? Давайте я тогда пока прыгну сюда, чтобы увидеть, что тут вокруг. Еще лошади, нормально. Тут озеро, судя по всему. Да, похоже. А что, престиж такой маленький? Непонятно. Что здесь такие низкие престижи? Река, рек много. Мне это нравится. Так, это походу, да, это побережье, это не озеро. И так тоже подня. Ну лучше так пойду. Тогда просто я смогу под защиту. Так, чтобы сюда скаут не прыгнул. Рио-де-Жанейро, два хода до роста. Нормально, нормально. Все мне нравится. Сейчас обработаю рис и сразу пойду оливки обрабатывать. Ну, мне нравится, но, опять же, прям место не фонтан, тем более мы голосовали за новый мир. Я не скажу, что у меня тут, типа, много холмов, прям уже производство зашкаливает, типа, нет. Никто никого не встретил? Еще нет. Я никого. Ну, слушайте, ну, а как с местами, кстати, ну, по-честному, их вот, прям... У меня, я не скажу, что у меня тут много холмов вообще. И не скажу, что много тропических лесов. Сексуальные места, сексуальные. У меня идеальное вообще. Я бы сказал просто нормальное, у меня нормальное место. Я не скажу, что прям грустно, ну и поиграть можно. Привет, Вилли. Так, ну что, тут тоже шить. Покупаем. И три хода, как раз раз, два и на три я прихожу. Отлично. Нет, Zero, давай ты не будешь только мне войну объявлять. Лёха, можешь сейчас взять немного качество звука? Потому что он вообще лагает. Чего, не понял? Это у тебя лагает. Это у тебя, сэр, Лёха, лагает, да. Звук, и мой звук лагает, все остальное нормально. Zero, прими дружбу. Это у тебя. Кто-то вводит поселков без прикрытия. Не, ну у меня следующим ходом будет прикрытие, но вопрос в фаст-клике. Zero, ты не будешь дружбу принимать, да? Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Напряжение. Чувствуете это напряжение? Да-да-да, завязочка. Я бы сказал, упорочка. Расскажите там, чем все закончилось. Я ему 16 золота заплатил. Это честно. Это правильно. Ух, как мы близко. А где ты вообще? Это твоя столица? Что, ты нашел Данди? Напиши местность, я тебе скажу, столица или нет. Я не понял, а Zero не общается голосом, да, Zero? Кто он тут я вообще? Ну я сейчас подойду воинам, узнаю, столица или нет. Блин, что у вас... Что у вас ники разные? Zero Two, это кто в Дискорде? Это Крист. Крист. Александр, ты возле Болоньи, я так понимаю, да? Да-да-да-да. Это не столица. Я ниже не планирую селиться, поэтому так, будем... Может, я не ниже, я вырасти побыстрее. Вот рядом с твоим городом две горы таких. Ты за них ты пойдешь? За да-да, а я правда? За ним. Четыре хода. Да, ну, там за ними моя столица. А если так еще вообще сделаем? Три хода. О, на них я давайте вырасту. Ну ладно, сейчас. Ну, ладно, сейчас. Жирненько вы там живете, в Болоньи. Угу. Я даже не думал, что... Я понял, где ты. Окей, я... Пора останавливать. А вот ты подошел, это моя столица.
Я понял, я тебя подселять не буду. Я поставлю город континент выше моего текущего, чуть-чуть правее. Если там разведал территорию, там есть вот благовоние. Ладно, тебе потом покажу. Ну, короче, слушай, сахар, грек, межнефрит, и это. А что ты всеми юнитами в мою вот сторону туда идешь? Туда я буду ставить, вот где твой скаут, я буду ставить на озеро. Вот ведь я правильно решил здесь город ставить. Хорошо, мы не будем друг другу мешать. Я буду Я буду в... Вот, видишь лагерь варваров? Если ты видишь лагерь варваров, он возле над нефритом. Я буду в 5 или 6 лет. Раз мастерство еще следующим ходом просто открою. Можно поставить будет карточку на производство юнитов. Сразу. Ну, мне правда, главное, чтобы вот этот, достроить, который выше благовония, где твой скаут, я поставлю город. Стоп. И на реке, вот, правее своей столицы. Легко. Ой, хорошие места. Раз, два. Ой, раз, два, три. Тоже ничего. Мне тут нравится. Наверное, надо будет сразу ртуть выкупить, я думаю. Там, скорее всего, грек хочет что-то поставить. Видите, уже лояльность идет. Так, что-то мне он совсем не нравится. Так, мастерство. Один ход остался. Давайте юнитов строить. Вообще, давайте мы ему дружбу предложим. То я что-то так... Да, тебе везет, у тебя хоть воры есть. У меня их очень... Опрометчиво, наверное, отказался. Три вулкана. Не, у меня единственное, что вот один вулкан, который ты сейчас видишь, и все. А чё так плотно-то? И вот эти две горы, которые возле тебя, все остальное чё у меня... Чё так плотно, блин? У меня пока что они не извергаются, вот это неприятно. Хотелось бы клеточки улучшить. Грек, я тебе предложение кинул. У меня уже было пару разливов в рек, вот этот вулкан извергается. Я не знаю, что этот будет. Слушай, Грек, ты будешь молчать всю игру или что-то отвечать? Как бы невозможно играть так. Корочка. Кто сказал это божественное слово? Подождем, что... Привет, Лёш. Здорово. Так, я пойду во всадников, пожалуй. И здесь мне надо военную традицию, видимо. Ну, блин, сначала раннюю империю. И видишь, сколько у меня здесь пустыни, я столько своих зданий построил. Грек, ты принимаешь дружбу или отказываешься? Давай тогда примем. Если хочешь. Нет, я просто хочу, чтобы ты общался во время игры. Ты просто, нет, не принимаю. Да, принимаю. То есть тут что-то делать, потому что так же невозможно играть. Ну, я хочу здесь город поставить. Надо тактику подрезать. Подстаю, пожалуй, здесь тогда. Ты там распредал, там много вообще земли справа? Да нет, там вода через вот, 5 клеток и вода. Понял. Так, а если потом дружба, перешей, то надо дальше сходить, посмотреть, где там грек. Оо, принаси. И континент новый. Не будешь, хорошо? О, привет. Ну ты исследовал мою столицу, я тоже твою хочу исследовать. Ладно, если ты континент не открыл, то там дальше континент новый откроешь. Что, что ты, Крист, говоришь? Нет, ну может не надо? Почему не надо? Ну дело твое. А что там такое?
Андетка. Да. Он как бы дружбу как заключил дела? Со мной. Хорошо. Дела. Пока тебя не встретят. Как насчет дружбы? Ну, короче, через 4 хода я поставлю на строительство юнитов карточку. Мы не будем воевать. Ну, что это Грек прямо настроил. Ну, я тебе 10 золотых могу дать. Как насчет этого? Да. А ты где вообще живешь? А что так плотно-то? Я буквально рядом с твоим скаутом. Ты уже видишь мои границы. Нет, я не вижу твои границы. Ну, открой поселенца. А, ну теперь вижу. Ну, а ты сюда собираешься еще селиться? Ну, вот я сюда на две клетки влево селюсь. Волшебство. Нет, я имею в виду еще дальше. Влево? Да. Пока нет. Чтобы дали очки, надо город в тундре основать или рядом? Кто не знает. Господи, это у меня лагает тут мой. У барыги. Надо в тундру поставить город. Или в тундру, или в прям. Или в пустыню. Сахару, пустыню. Да я не пойму, у меня одна мопочки всех лагает, что за проблема? Это Дискорд, он просто моментами лагает, моментами нет, но это не люди, это Дискорд. Поэтому не нервничайте. Лёх, сделай в настройках канала чуть-чуть меньше, там битрейт. Там, по-моему, стоит меньше битрейт. Там от сервера зависит, но у меня типа стоит VIP-сервер для партнеров Дискорда, вау! Вот видите, насколько он VIP, да? Тут все забывается в голове. Яш о том же, вот Яш их ставил до этого. Так, может пока стрельбу из лука отложить? Все-таки, давайте горное дело возьмем. Так, здесь в очередь пращника. Тут здесь в очередь пращника. Кематес. Сейчас. Не сильно помогло, это чисто сервер лагает. Ну, лагает и лагает. Да, это очень хорошо сюда пошел именно ставить. 5, 6, 7. Ну, 10 клеток между нами есть, но все равно очень плотно мы находимся. Трындец какой-то. 50 монетка тупо. Это трындец. Меняем на юниты. Здесь пока пантеон оставляем. А, подожди, я уже набрал 12. Стоп, тут не нужен пантеон. Строители или просто давайте производство. 12 очков уже, да? Я не знаю, у нас варвары нормальные стоят, потому что что-то прям одолево. Строек варвар. Агрессивные стоят, да? Агрессивные. Да я не знаю, агрессивные, что прям душат, вот реально душат. Там можно выбрать, понял, кого должны убивать варвары, я выбрал тебя. Вот это похоже. Лёша, передвинешься разведом, чтобы 7, я тебя направил. Нет, я не могу. Почему? Ну не могу я отсюда передвинуться. Ну, соло, дорога. Иди обойди и меня. Обойди. Сразу же метку. Какую метку? Какие метки? Я тебе поставил метку. Нормально? Да я вообще не здесь, я от столицы ухода. Так, что получать? Это не надо. Там сверху для тебя есть. Чудес, довольство не. Ты можешь ко мне не ходить. Искру Божью. Иди вверх. Правда, только кампус и театральная площадь. Да?
интересно. В этом моде, я так понимаю, производство на болотах, в оазисах, поймах рек. Не знаю, культура от пастбищ. Что у нас с пастбищами? Ну, в принципе, возможно. Давайте. Я бы, конечно, притягивающий выше. Но тут как-то сейчас престижа намного меньше. Хотя, с другой стороны, все равно много. Ладно, тогда возьму на этот, притягивающий выше. Богиню земли. Так, у меня есть Galaxy, вот, знаешь, беспроводные. Нормально, есть культурка. Тем более, что я тропические леса не собираюсь вырубать. Выходы должны быть. Не, у него беспроводные. Что? У него же беспроводные, только через Bluetooth. А, тут через Bluetooth можно. Модуль не дор. Телефон, он с телефона подключить. Тут у меня рабочий будет чисто на счастье работать. Давай мы с тобой будем лучшими друзьями. Фига себе, моли уже. Легко. Здесь еще религию не отставил. В раннюю империю вышел. Для себя эгоистическую вообще супер будет. Я еще чудо бы нашел, я бы уже нашел в религии. Так. Или ты будешь брать себе защитника? Нет, я бы... Но я не буду озвучивать, что я сделал. У меня 6 ходов. Крестовый ход, это там все. Не, а зачем? Ой. Ой, да все так знают, в принципе, что брать, зуитка или... Как все-таки дурацкий тут до сих пор я. Я смотрю, у тебя тоже научная ГГшка? У меня? Да. У меня нет научной ГГшки. Ну, а есть, типа, Болонья, но она не моя. Вверх хочу посмотреть, что сверху. Ни одной руинки не нашел. Ни одного этого поселения. О, пошел там поселенец. Привет, немец. Вверх. Привет. А где немец? Справа там где-то? Да, ну, конечно. Сверху пришел. Плотненько. Плотненько. Интересно. С другой стороны, у меня тут снизу есть места. Вот сейчас я этими прачниками пойду вниз смотреть. Так, если бы осталось, чтобы Рио росло. Это какие-то неинтересные. У тебя тут соло. Ты про ГГшки? Вообще неинтересно. Тебе так живем. Как бы одна интересная. Наверное, торговца надо будет построить. Она случайно. У нас как было бы интересно. Ну хотя да, одна из них тоже неплохая. Ну там правит другой король. А ну он моего поселенца видит. Ну это ж пока он жив, правильно. Надо вот это оленей, конечно, выкупить сразу будет. Причем тот король очень плохо следит за своими варварами. Плохой король получается. Так, тут походили. Рио.
растет. Два хода. Смогу я построить здесь торговца за два хода? Да, отлично. Ну, то есть, видите, у меня три хода до открытия ранее. Ну, харе метки ставить, ребята, ну. Вы не представляете, как это херово играть с лагами. У вас юниты не туда ходят. Вы не то выбираете в очереди. Я вот все метки убрал. Убирание меток точно так же влияет, как и постановка. Просто, блин, тяжело дополнить. Ну, не имя здорово. Храм Артемиды соло построил, да? Нет. Нет. Я таким не страдаю. Удивительно, что не ты. Либо тоже не думал. Как это ты таким не страдаешь, Соло? Ты как раз любитель. Негде, негде. Мне, кстати, тоже негде. Я задумывался, и рубить есть что? Типа негде. Блин, я хочу этого варвара убить как-то. Это ускорение для... Еще на 25-й ход я пораньше. Так, пошли, наверное... Ртуть обработаю. Мали, а у тебя город прям рядом с этими лошадьми стоит? Ну хорошо, тем не менее, у тебя город вот прям справа от лошадей там стоит? Я предлагаю вот эту клетку, которая во втором радиусе для меня и для тебя, не выкупать, а, ну, как сам город купит, так и, чтобы не было претензий. Ну, и мне деньги, на самом деле, жалко еще тратить на выкупку той клетки. То есть, как у меня тогда клетки покупать, это нормально было. А тут, тут клетка не для... Ну, то есть, это обычный холм такой. Он ни на что не влияет. Мне, например, просто жалко денег тратить на него. Как бы выкупить ее... Я не думаю, что и Мали хочется его прям выкупать. Чисто ради того, чтобы не достался соседнему городу. Влад, а Лавента рядом с тобой? Не очень. Ну, если я ее заберу, ты не будешь против? Конечно, нет. Вот Стокгольм бы, если я нашел, я был бы очень счастливым. Так, Стокгольм это в Болонье. Я был бы так счастлив. Так что можно сказать, ты ее нашел? Женеву, смотри, Женеву. Вот Женеву, я буду очень счастлив. Знаете, я, наверное, открою... Уже русский рашит. Блин, я хотел убить. О, убью, нормально. Ну, я хотел убить если прачником. Да нет, там никого я уже. Кони уже побежали, хрена себе. Ну, это ж не мои соседи в конях, нет. Так, отложу на ход. Пойду в эту сторону посмотрю. В Манаус, наверное, отправлю. О,
Ранняя империя. Ставим на поселенцев, ставим на мощь против варваров. И поселенцы. Дальше поехали в политическую философию. Кстати, ни одного города. Блин. Тут-то немного мест еще куда ставить. Мне придется, видимо, вверх сейчас сначала повести город, где-то здесь поставить, чтоб. Блин, ну. Плотничком, конечно, мы тут. Плотничком. Стрельбу из лука. Прокачали. Ну, наверное, я этим сюда пойду. Мали предложение. Еще предложение. Нужно много предложений. Почему нет? Деловые такие соседи. Тебя никто не любит. На этом пока все. Спонсоры канала уже сейчас могут посмотреть продолжение, а все остальные увидят его завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!